Привет, привет, привет. Иногда хочется погрустить немножко. Наверное, каждому из нас иногда либо хочется, либо приходится так или иначе погрустить. В этом состоянии очень помогает, не побоюсь этого слова, искусство в виде музыки в нашем случае. Искусство почему помогает? Потому что оно грусть любую, если это настоящее искусство, оно ее нивелирует, развеивает, может быть, переводит в другую плоскость. Грусть, она может оставаться, но она становится такой даже где-то приятной, а иногда даже веселой. А если вас одолевает ужас какой-нибудь, то послушайте Black Sabbath. Я когда слушаю Black Sabbath, мне сразу становится весело, дико, несмотря на то, что музыка какая страшная. Сразу весело, бодро, зажигательно. Вот. А если грусть такая серьезная, если вас кто-то бросил, или вы кого-то бросили, с кем-то расстались, то вас, конечно, давит и душит вот это вот состояние такое, плохо вам совсем. Послушайте музыку, и грусть сразу станет иной, вам даже понравится. Вот Фрэнк Синатра, например, известный вам, наверное, хотя бы понаслышке, а может быть и не понаслышке, может быть и по его музыке, по его пению, записал в 1958 году пластинку, которую многие считают лучшей его записью. Я, например, считаю, ну, если не лучшей, то одной из лучших, наверное, пластинок Синатры. Многие терпеть не могут. Например, в журнале Downbeat была такая рецензия, что... человек там много чего писал, журналист-обозреватель, написал, что музыканты, наверное, после каждой песни рыдали. Не от восторга, а от того, что страдали. А еще один человек написал, что эта пластинка настолько грустная, что ее нужно не продавать в магазинах, а выдавать в аптеках по рецептам. Вот такие отзывы. Но, тем не менее, огромное количество людей считает эту пластинку превосходной, замечательной. Как я уже говорил, лучшей, наверное. 58-й год. Синатре было уже прилично за 40, если учитывать, что он родился в 1915 году, да? Правильно я посчитал, именно 15-й, 25-й, 35-й, 45-й, 55-й, да, за 40. Все нормально, несмотря на то, что зуб уже выпал один, но вырастет скоро снова. Еще все-таки считать могу, да. И за этот период жизни у Синатры были и взлеты высочайшие, и серьезные падения. Как раз перед вот этим периодом конца 50-х у него были большие проблемы. Его уволили с радио, в кино его не снимали. И вообще он был в некой такой опале. Но, тем не менее, эта опала миновала. Так же, как и минует звучание вот этой пластинки спустя 50 минут после того, как вы поставите тонарм с иглой на нее. Грусть уйдет, останется только приятное ощущение. Так вот, и период опал, и период, в общем-то, относительного безденежья, потому что заработать Синатра успел за период взлета до начала 50-х годов и в кино, и в музыке, и на радио, и в шоу, и везде, 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 везде. Все у него было в порядке. Кстати, насчет его связи с мафией, большой-большой вопрос. Свечку никто не держал, и подтверждений документальных этому нет. С другой стороны, если бы они и были, Синатра бы сидел в тюрьме, согласитесь. Но поскольку он не сидел в тюрьме, то, в общем, все нормально. А то, что снято в фильме «Крестный отец», якобы по мотивам биографии Синатры, это не совсем так, потому что у Синатры был контракт некий с одним замечательным музыкантом. Контракт потом был расторгнут. И вот здесь и выходит на сцену мафия, та самая, что мы заставили расторгнуть. Нет, там адвокаты просто поработали, Синатра заплатил денег, и контракт был расторгнут. Но это не важно. Так вот, к концу 50-х Синатра записал несколько альбомов, два из которых были номинированы на Грэмми, и все у него, так сказать, пошло на поправку. И появился вот этот альбом в 1958 году. Удивительно светлый, грустный, печальный и невероятно красивый по музыке. По музыке, по пению. Синатра здесь в прекраснейшей форме, может быть, в лучшей форме за всю свою историю, потому что он, с одной стороны, уже стал взрослый,
а с другой стороны, еще не такой взрослый, чтобы состариться и чтобы потерять голос. Поет изумительно совершенно. Вот эти разговоры о том, что крунер, бормочет, крунеры вообще не поют, бормочет, крунеры поют еще как поют. И манеру пения крунинг, или как крунинг, наверное, крунеры, раз называются, ее использовали, ну, кто только не использовал эту манеру пения. Такая доверительная, да, доверительная, интимная манера, которая внезапно может перейти в открытый вокал, в мощнейший, как здесь Синатра и демонстрирует. Что еще я могу сказать? Что помимо того, что безумно красивый альбом, он концептуальный. То есть в 1958 году Синатра записал пластинку, которую можно назвать концептуальным альбомом. Что такое концептуальный альбом? «Сержант Пеппер», да? «Стена» Пинк Флойда, «The Lamp Lies Down on Broadway», «Genesis», «Told Rock'n'Roll But To Young To Die», «Jet Rattle», условно тоже концептуальный, ну и много-много, «Thick as a Brick», там, и прочее. Так вот, они не первые. Вот парень, который записал концептуальный альбом. «Путешествие героя от первой к последней песне». Ну, так подобраны песни. Песни написаны в большинстве своем специально для этой пластинки. «Путешествие героя одинокого», «Only the Lonely», первое произведение изумительной красоты. 4 с небольшим минуты оно длится. Играет оркестр, поет Синатра о том, что он идет по пустым совершенно местам. Его бросила девушка, и он ходит, ходит он один. Грустно, печально, но светло и красиво. Послушайте эту музыку замечательно. «Angel Eyes», следующая песня. «Ангельские глазки». 7 дублей было сделано в студии с оркестром Синатры, пока он вымучил эту сложнейшую вещь. Вообще, кстати говоря, я забыл сказать, что песни очень сложные музыкально, с очень трудноуловимыми мелодиями. Повторить их сразу с первого раза, я не знаю, найдется ли такой певец, который сразу считает на слух все ноты, если ему не давать ноты, а вот считать на слух и повторить. Наверное, есть такие, не знаю, но это все очень сложно, но слушается замечательно, замечательно, просто музыка, она такая, вот она такая трудноуловимая, но она входит в голову, потом ниже, в сердце, в душу, обратно из души, обратно в сердце, и ниже, я извиняюсь, конечно. «Angel Eyes», это герой у нас приходит в бар, мечтая увидеть там ангельские глазки. И следующее произведение. «What's new?» – «Что нового?» Он спрашивает в этом баре, что нового. «Видели ли вы мою любимую?» И здесь происходит диалог голоса с духовыми инструментами, которые отвечают Синатре на то, что он поет в куплете, на его вопросы. Отвечают прекрасные партии духовых. Я не помню, то ли это тромбон, то ли это туба, по-моему, тромбона. Скорее, такой низкий, хороший духовой ответ. «It's a lonesome old town». Этот старый, пустынный город. Околоблюзовое такое произведение, хотя блюз достаточно тут так условно читается, хотя построено, в общем, на блюзовой истории. «Will weep for me» дальше и «Goodbye» заканчивается первая сторона. До свидания. Но история не закончилась, потому что «Blues in the Night» открывает вторую сторону пластинки. Это уже чистый блюз, правда, в исполнении эстрадного большого довольно оркестра. И многие из тех, кто привыкли к блюзам Стивера Ивона, не услышат здесь блюза. Но он здесь есть, поверьте. «Blues in the Night» он читается достаточно легко на самом деле. Guess I hang my tears out to dry. Guess I'll hang my tears out to dry. Следующая песня, номер 2, на второй стороне. Тут Синатор дошел уже до полного безумия в своем печальном образе жизни, в те моменты, когда его бросила любимая, и хочет повесить свои слезы на веревочку, чтобы просушить их, как белье. Вот до чего доходит американский брошенный человек. «Appetite» и «Spring is here» песня. «Весна здесь». Казалось бы,
радоваться надо, но радости там нет никакой. Там такой градус страдания. Я тут иронизирую, конечно, на самом деле там все серьезно и все кайфово. Я даже вот кофточку надел, чтобы обозначить такой вечерний интим, когда лучше всего слушать эту пластинку «Spring is here». Если не апогей грусти Синатры здесь, то близко. И «Gone with the wind», «Унесенный ветром», герой, уже совсем отчаявшись, или не отчаявшись, потому что жизнь-то продолжается, но поняв, что все потеряно в этом смысле, в смысле любимый, уже с ветром вместе катится куда подальше. «One for my baby and one more for the road». Переводить не нужно или нужно? «One for my baby and one more for the road». Один за мою красавицу, стаканчик в баре, где оказывается герой, и один на пасашок. «One more for the road». Это на пасашок, значит. И вот после этих двух стаканчиков, один за мою любимую, за мою маленькую baby, и на пасашок герой отправляется «sleep warm». Спать одиноко, тихо, тепло, хорошо. И завтра будет новый день. Фрэнк Синатра. «Sings for only the lonely». 58-й год. «Грустный клоун» с замечательным голосом, с прекрасными песнями, с чистой светлой печалью. И совершенно не важно, что это не рок, не ролл, не хард и даже не джаз практически. Это просто полный, на самом деле, кайф. Ну вот, на этой светлой ноте я отправляюсь пить, а вы слушайте хорошую музыку. С вами был я. Пока.